Надо воспитать обезьян, чтобы они работали на легких работах. Я предлагаю взять, сделать обезьяне рабство. И мне кажется, обезьяны почтальонами вообще на изи могут быть. Дать им табак, пусть курят. Пусть, во-первых, обезьяна за меня ходит в магазин. Во-вторых, купить такой трехколесный велосипед. Обезьяна нас будет катать. Сделать так, чтобы обезьяна приторчала и работала за героин, да? Я хочу организовать рабство обезьян. Воспитать обезьян, чтобы они работали на легких работах. Я был гением еще в 2019-м. Мне кажется, если обезьяны станут курьерами, то это героин. Они будут за него работать.